что люди, когда приходят в депрессии, они, в принципе, начинают понимать, что что-то нужно менять, но выходы, которые им предлагают внешние, все эти выходы заточены на то, чтобы еще дальше увести человека в ту же депрессию. Потому что если ты начнешь пить, к примеру, антидепрессанты, ты подавишь себе это ощущение. Тебе, в принципе, начнет казаться, что не все так плохо, и ты, например, вернешься на ту же самую нелюбимую работу. На нелюбимой работе ты снова будешь слышать вот этот голос духа, и более того, снова начнут твои психотравмы проявляться наружу. И все триггеры, которые будут запускать твою психотравму, то есть люди, ответы, то есть что-то будет подсознательно выплывать, да, и оно будет тебя жрать и снимать с тебя энергию. Соответственно, чтобы этого не было, тебе нужно устранить все эти программы и самое главное докопаться к своему духу, чтобы ты понимал свое призвание, чтобы ты делал то, что тебе по-настоящему нравится, чтобы оно тебя двигало, и тогда депрессии просто быть не может.